Дніпровська ліга сміху 2016 вийшла на фінішну пряму. Точніше, зробила все, аби фінал відбувся за всіма правилами. 11 і 12 жовтня у Дніпрі відбулися півфінальні ігри, в результаті яких залишили 4 команди. Всі вони зі сходу України і всі грають під жіночим началом. Тренери-чоловіки у грудні будуть просто членами журі. Від решти роботи їх звільнили команди, які припинили участь у лізі цього року. Отже, зіркові тренерки – Ілона Солянник, Саша Шабаліна і Саша Машлятіна. І 4 команди, які ми знов побачимо у грудні. Млека, Біблійна історія, Умка і Літній вечір, Запоріжжя, Кам'янське, Дніпро і Київ. А я вже приїхав! В финале 10 команд, 7 звездных тренеров судей, которые нашли друг друга по итогам фестиваля. У 4 тренера остался полный комплект, по 2 команды всего и по 1 конкретной в каждой игре. Это все 3 наши девочки: Солянник, Машлятина, Шабалина и 1 мальчик Лабрик. У 2 тренеров Зубова и Куцевалова осталась плотная команда. Вчера играла команда Куцевалова, команда Зубова играет сегодня. У одного тренера, как я сказал, Гельфера, на секундочку, президента лиги, не осталось ни одной команды, выбили обе. Но это не слагает вас, Григорий Игнатьевич, судейских полномочий. О, благо у меня есть номер телефончика одного известного канала. Вот, держите, позвоните и закажите рекламу. Алло, Перший национальный слухает. Перший национальный. First National. First National. Здравствуйте, нам нужна реклама. Реклама? Ну да. У нас? Ну да. Добре, з'єдную з рекламним відділом. У 1572 році король Сигізмунд Август, розвиваючи задуми свого батька, запропонував сейму найняти... Алло, рекламний відділ у Т1. Да, здравствуйте, ми хочемо заказати у вас рекламу. Рекламу? Ну да. У нас? Ну да. За гроші? Да, за деньги. Добре. З'єдную з генеральним. Новоствореному війську було передано містечко Трахтинирів з монастирем для розміщення арсеналу та лікування поранених і хворих козаків. Алло. Алло, здравствуйте. Ми хочемо заказати у вас рекламу. Я не можу говорити, я на парі. Так сложилось. Если честно, конечно, где-то там внутри, ну, чуть-чуть обидно, но обидно не на кого-то, а обидно просто, что так случилось. То есть у меня был азарт, мне очень хотелось. Но определенные, как бы, моменты так сложились, что ребята выдали сегодня далеко не лучшую свою игру, не сумели показать все то, что они могут. Они могут многое. То есть я не могу там поменять уже ситуацию, да? Но можно примириться и сделать вид, что ты ей рулишь. Что я что? Рулишь? Рулю, да. Ну, значит, так и будет. Млека и библейская сборная. Этот этап был сложен, как и все остальные, потому что каждому нужно готовиться постоянно. Не спать, естественно, ночами, потому что процесс подготовки, он кропотный, тяжелый и интересный, естественно. Мы много смеемся в процессе подготовки и немножечко много не спим. Но это никак не влияет на наше самочувствие и вообще на наше здоровье, потому что юмор продолжает и продлевает жизнь, естественно. Это самое главное, самое важное. Добра всем! Больше нравятся даже шутки, которые носят какой-то контекстный, абсурдный характер. То есть мне сцена шутка очень понравилась у библейской сборной, когда
идет баттл между Шабалиной, стоящей на сцене, и Машлятиной, сидящей в зале, членами жюри, когда она нажимает... Это же не будет сейчас... Вот образец не смешного пересказа. Она нажимает «бип», смотри, «бип-бип» звучит. Мы мимы злопамятны. Я бы на твоем месте «мне дорогу не переходила». Мы мимы очень злопамятны. У нас хороший тренер и команда отношения. Она помогает. Мы репетируем у нее в театре, она дает нам реквизит. Она хороший человек, она очень помогает нам. Все по блату. По блату, да. В крутом театре. Ну все знают, что ваши заселят планету. Ну какие наши? Ну ваши. Ну наши типа Никопольцы. Я просто из Никополя. У вас там есть свой Никополь? Где там, в Украине? У вас там есть своя Украина? Где там, в Европе? У вас там есть своя Европа? Где там, на планете? У вас там есть своя планета? Где там, в Солнечной системе? У вас там есть своя Солнечная система? Где там, в Млечном пути? У вас там есть свой Млечный путь? Где там, скопление галактик? У вас там есть свое скопление галактик? Где там, скопление квазаров? У вас там есть свое скопление квазаров? Где там, во Вселенной? У вас там есть своя Вселенная? Где там, в мультивселенной? У вас там есть своя мультивселенная? Да. Ну, если это смешно, я могу показать. Илона, вы вчера уже показали, спасибо. Ладно. Хорошо, я поняла. Ловите еще одну шутку. Собирайте чемоданы, мы едем в школу будущего мужа. Не смешно. Приз вот этот вот получает команда «Млека». С чем ее поздравляю? 5000 гривен получает команда «Млека». Спасибо. Ну что ж, друзья, 10-11 декабря мы вот в этой веселой компании из 4 команд ждем вас на финале 2-го сезона Днепровской лиги смеха. Ну а до этого момента мы будем готовиться. Готовьтесь и вы, пожалуйста, тоже. Приходите к нам всегда!